Ну что, ребята, всем здорово, продолжаем проходить такой челлендж, как Снайпер Вью. Это у нас вторая часть, осталось всего три карты. Собственно, пятая, шестая и седьмая. Поехали. Итак, новый снайпинг. Да, карта посвящена новому проспект. И снайперу, который там сидят. Оружия у нас никакого нет. Ёб твою мать. А, я понял, что надо сделать. Так, окей, окей. Бэм. Хи-хи. Взял, сам себя убил. Ну, в принципе, это не редкость. То, что солдаты сами себя убивают гранатами. В первых халфе это даже не то, что это не редкость, это обычное явление. Так что, all right. Так. Ух ты, ёб твою мать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо. Блин. Так, давайте-ка вот это возьмем. Ой-ой-ой. Тихо, спокойно, спокойно, дядя. Заразу, у меня даже что-то шнягу пробил. Как у тебя это получилось вообще? Слушайте, а если ему говна туда накидать всякого, что-нибудь изменится, интересно? Вообще все, что можно туда накидать, там бочки и прочее такое добро, вот допустим вот эту шнягу. Ничего не изменится. Так, а что тут у нас вообще есть? Какой кошмар. Ай-яй-яй, да что ж такое? Чувак, угомонись. Блин, она еще и закрыта? Ёб твою мать. Тихо, спокойно, спокойно, чувак. У меня смутное ощущение, что надо как-то попасть наверх. Вот сюда. Но это сделать очень сложно. Что за сранец там такой упертый? Так, давай, окей, поехали. Как-нибудь вот так вот сделаем, я не знаю. Вперед. Давай, 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 давай. Блин. Ладно, черт с тобой. Попробуем вот так. Давай, 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 давай. Все получилось. Правда, это мне ничего не дало, но тем не менее, я хотя бы забрался. Ой. Че мне это вообще дало? Ага, понял. Уходим. Да ладно. Не, ящик простреливается, это не то. Чувак. Он зараза еще эту простреливает, кстати. Все, уходим отсюда. Вот засранец, он эти решетки простреливает. Да. Место, конечно, нелегкое попалось, ничего не скажешь. Так. Здесь мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обнаружены легкие ранения. Да уйди, уйди! Это, конечно, прикольно, но... Какой смысл от того круговорота, что я сделал? Что-то еще непонятно, ну да ладно. Это все, что есть в этой карте. Мы забрались на эту сторону, но что если попробовать забраться на ту? Только это будет, конечно, сложнее в разы. В связи с тем, что, здесь нет и вот этой кучки всякого говнеца. Но тем не менее, еда твою мать, как же он меня бесит, а?
Блин, можно его как-нибудь закрыть, а? Вот просто вот так вот. А, слушайте, подождите. Мне кажется, можно. Так. Бля, как же ты меня бесишь, мудак, а? Это же насколько надо человека доконать. Ну давай, ну. Все. Зачем я это сделал? Ой, 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 тихо, все. Сейчас я найду гранату, мудак. Как вообще это делается? Вы что, издеваетесь? Я, конечно, понимаю то, что здесь нужно, скорее всего, закрыть его всяким говном. Но это настолько сложно, о боже, сделать, что... Незначительный перелом. Что просто жесть. Требуется помощь. Ну, как-то вот так. Да. Я теперь думаю... Бля, как же ты меня бесишь, мудак, а? Чувак, ты уже становишься невыносимым просто. Это что такое? Какой же он говнюк? У меня просто нет слов, ребята. А мне не дадут гранат? Как же так? Но мне же должны дать гранаты, ну. Обнаружен незначительный перелом. А-а-а. Так, а теперь я тебе лично отомщу. Умри. Сука, как же ты меня бесишь, а? Тварь. Пидорас, жалко, что тебя, не знаю, как какому-нибудь халфрате обоссать нельзя, блин. Ой-ой-ой-ой. Тихо. О, отлично. Я не знаю, что это было. Упс. Да, я всех снайперов убил. Хватит с меня. Блять, не получилось. Ну вот, в принципе, судя по всему, и вся карта, так что, ребята, давайте на этом моменте закончим и перейдем к следующей карте. Это, конечно, было неимоверное удовольствие убить этого мудака в главном зале. Так, идем дальше. Карта номер 6. В принципе, эта карта сделана прикольно и достаточно оригинально. Нужно проходить ее. Нужно закрыть, короче, снайпера, чтобы он тебя не доставал так дико. Вот этим всяким хламьем это сделать достаточно сложно. Это, конечно, все прикольно. Итак. Следующая карта у нас напоминает чем-то игру Портал. Уточки какие-то. Это что такое? Боже мой. Ну ладно.
Ой-ой-ой-ой, тише-тише-тише. Спокойно, братья. О-о-о, как все ключи работают. Ой, подожди. Так, это у нас, как видите, такая арена своеобразная. Не понял. Только не говорите то, что они здесь не убиваются, ребята, это же жесть. Нормально, все убиваются. Отлично. Так, а можно я туда? Можно мне выйти? Нет, 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 блин. Смотрите, убегают засранцы. Подожди. Все, отлично. Так, внимание. Ай-яй-яй. Как вейв? А, у нас мэн какие тут, ребята. Так, еще один. Последний. А это что такое? Снайпер 2. Бэм. Готов. Аж провалился сквозь пол от стыда. Бэм. Ха-ха, отлично вообще. Так, ждем. Блин, не получилось. Написано, что атака мэнхаков идет типа хак вейв дополнительная. Мэнхак был всего один. Что странно. Так, поехали. Кубы. Иди сюда. Милый, смотри, что я тебе принес. А, что ты сделал, пидор? Как ты посмел? Варя, я вам не испытательная крыса. Да дерьмо. Это что еще такое? Да что ж такое, блин, не получилось. Да. Граната подбирается как-то странно. На! Ёб твою мать, нифига себе. Нифига себе, обалдеть. Бэм. Готов. Вон отсюда. Уточка, спаси! Бэм. Так, поехали. И? Так, все, это конец. Блин, это нифига не конец. Так, у меня что-то игра вылетела. Не знаю почему. Упс, но бывает. Ай-яй-яй, это что такое было? Блин. Да что такое? На! Слушайте, по-моему, там что-то застряло в текстуре. А, ну да, я вижу, да. Чё-то, ребята, в текстуре застрял. Ну ладно.
сраные камеры, а? Ага, минус одна камера. Не знаю, зачем я их уничтожаю, просто по приколу. Так, финальная это волна. Поехали. А, нет! Чувак! Ты дурак, чувак. Пэу! Так, минус еще одна камера, последняя камера, чуваки. Не знаю, зачем я их уничтожаю. Ну, раз можно уничтожить, то давайте, пожалуй, уничтожим. Well done. Бля, меня сейчас убьют. Чего, well done? На, есть. Ну давайте я еще поубиваю вас немножко. Все. Можно со спокойной душой покинуть это место. Уходим отсюда, ребята. Уходим. Все. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Мать твою, это что такое? Уничтожить генератор? Слушайте, а мне нравится эта карта. Она самая необычная из всех. Это очень большой плюс в ней, то что она реально самая-самая необычная. Так. Кажется, я понял, что здесь делать. Да, я понял, что здесь делать. Да какого... Блин, не то. Нужно, короче, судя по всему, попасть в дырочки гранатами. Да. Да кидай куда-нибудь уже, твою ж мать. Все, попадос. Нет, не попадос. Вот дерьмо. Внимание. Там уже все дымится. Бам. Yeah, well done. Самое время отсюда сваливать, не? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то там очень нехорошее происходит. Не? Порядок? Ой. Добро пожаловать в реальность. С возвращением в реальность, вернее. Слушайте, ребят, это самая оригинальная карта и самая веселая карта из всех других карт, так что это очень большой плюс. Маппинг, конечно, так себе, но сама идея вот этой снайперской, виртуальной снайперской арены сделана очень прикольно, так что карта очень даже прикольная. Последняя карта, это у нас тоннель, 7-я. Так, окей, вперед. Боже мой. Угу, ясно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спак. Тихо-тихо-тихо, там далеко прыгать. Ёб твою мать. О, там еще и камеры летают, обалдеть. Так, понятно. Блин, а фонарик не работает, го... А, нет, фонарик работает. Показалось. Уважаемый, уважаемый, вы где? Слушайте, а снайпер пропал, походу. Нифига себе. Только что сидел там, и потом взял и пропал в один момент. Читайте, читайте, читайте. Я сейчас буду использовать камеры как оружие против снайперов. Твою мать. Блин, здесь очень темно.
Ах ты тварь, ты еще и не сдох. Так, чувак, ну-ка. Отлично. Правда, меня попали все равно, но... тем не менее. Блин, как же здесь темно. Ай-я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 й
А, он исчез? Все, наконец-то. Что это такое? Ну вот, ребята, походу и вся карта, опять же. Как мы видим, ничего необычного. Да. Ай, да, ребят, вот и все. Это была последняя карта. Ну, что здесь можно сказать? Что здесь можно сказать? В принципе, самые лучшие карты, я думаю, очевидно. Это, собственно, третья. Потом четвертая. Чисто по дизайну вывозит. Ну и, собственно, шестая. Достаточно оригинально, конечно, сделана вот эта вот еще карта. А именно то место, где нужно закрыть снайперу его дыру, так сказать, чтобы он тебе не мешал. Потому что если ее не закроешь, ты там практически не пройдешь, это очень сложно. Так что приходится его закидывать мусором. Тут тоже достаточно оригинальная идея. В оригинальной игре такого я не помню. Чтобы нужно было логово снайпера закидывать, чтобы он тебе не прострелил, так скажем. Тоже оригинальная идея, но все равно не дотягивает. Больше всего все равно понравились вот эти карты. Третья, несмотря на то, что она очень сложная. Четвертая, несмотря на то, что она, ну, возит чисто по дизайну. Пятая, в принципе, прикольная, но так себе. Шестая прям очень оригинально сделана. Не знаю, ребята. В общем, первое место, по моему мнению, не знаю, кому дать. Короче, я долго думал, какой карте дать первое место, и что-то так и не придумал, потому что я прям вот колеблюсь между вот этими тремя картами, а именно между вот этими двумя. Потому что в них очень интересно играть достаточно. Особенно вот в эту. В принципе, эта карта, она тоже прикольная, но там чисто дизайн. Так что первое место, не знаю, достается либо вот этой карте, либо вот этой. А второе, ну, соответственно, вот этой. Ладно, ребят, давайте на этом моменте закончим. Пишите в комментарии, какие места, каким картам вы даете. Как вам, допустим, шестая карта, заслужена она заняла первое место или нет, вместе с третьей картой. Пишите, ребята, в комментарии, оценивайте, собственно, прохождение этого челленджа. Всем пока, удачи. Ждите новых видосов. Пока-пока.